На приеме граждан Юлия Устинова рассказала Вениамину Кондратьеву о том, в каких условиях дети сейчас тренируются в здании частной спортшколы. Владельцы помещения постоянно поднимают арендную плату, а муниципального спорткомплекса в поселке нет. Вениамин Кондратьев поручил главе Северского района разработать проект нового тренировочного центра. Завершайте экспертизу, и мы дополнительно включим ваш спортивный комплекс финансирование. Постараемся сделать так, чтобы вам добавили деньги на ваш комплекс, и чтобы вы все-таки в следующем году начали его строительство. Мы сегодня все вместе, неважно, бизнес большой, малый, отвечаем за социальную стабильность в районе. Все вместе отвечаем. Почти все вопросы, с которыми жители края пришли на прием к Вениамину Кондратьеву, касались жилищно-коммунального хозяйства. Так, на улице 40 лет Победы в Курганинске после поручения губернатора проведут водопровод, а в селе Суворовское Усть-Лабинского района введут в эксплуатацию газовые сети.